Совет депутатов Сергиево-Посадского района избрал главой района Михаила Токарева. За него проголосовали 19 депутатов, что составляет более 2/3 от общего числа. Всего на должность главы Сергиево-Посадского района сегодня претендовало 5 кандидатов. Согласно областному законодательству, глава района избирается районным советом из списка кандидатов, утвержденных конкурсной комиссией. В состав комиссии вошли представители, назначенные районным советом и губернатором Московской области.